Привет. Прошла неделя, поэтому мы рассказываем о новостях в мирах Xiaomi. Новостей много, но мы расскажем о самых важных. Поехали! Его ждут миллионы людей по всему миру. Mi Band 5. И выглядеть может он именно так. Но пока доподлинно неизвестно, насколько изображение соответствует правде. Однако мы будем следить за всеми утечками и новостями о появлении фитнес-браслета Mi Band, будущего народного любимчика. Флагманской дизайнерской линейки Xiaomi Mi Mix все-таки быть. Недавно в китайской соцсети Weibo, аналог нашего Twitter, Xiaomi сделали учетную запись для линейки Mi Mix. И это прямой намек на создание новой версии, которая, скорее всего, будет носить пятый номер, то есть Mi Mix 5. Да, возможно, четвертую модель пропустят, так как 4 в Китае – это несчастливое число. Напомним, уже вышли в этой линейке Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3 и Mi Mix Alpha. Презентация Pocophone близка. Twitter в официальном аккаунте активно тизерят появление модели. О новом флагмане мы уже рассказывали в прошлом выпуске наших новостей, поэтому обязательно кликай по подсказке в правом верхнем углу, если ты пропустил наше прошлое видео. Линейка Redmi Note 8 ставит рекорды. Как сообщается, глобальные продажи линейки Redmi Note 8 превысили отметку в 30 миллионов единиц. И немного статистики. Линейка Redmi Note 8 в первый месяц продаж превысила 1 миллион единиц. После двух месяцев продаж – 5 миллионов единиц. А через 3 месяца эта линейка была продана более 10 миллионов раз. MIUI 12 ищет тестировщиков. И как сообщается на официальном сайте MIUI, а далее цитата, «Сейчас мы ищем пилотных тестировщиков для глобальной стабильной бета-версии MIUI 12». Интересный момент. Принять участие могут только владельцы смартфонов Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro. Те, кого одобрят к участию, должны будут вступить в Telegram-чат для коммуникации с инженерами MIUI. Кстати, чат будет только на английском языке. И стоит учитывать, что это не означает прием на работу в компанию, и стать тестировщиком можно на добровольных началах. Ну а на этом основные новости мира Xiaomi подошли к концу. Встретимся через неделю. Ну и не забывай проставлять лайк и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем мибай!